Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби и подписчики моего канала. Сегодняшнее видео я снимаю на тему халява с Алиэкспресс. Да, сильного обзора не будет, а просто хочу рассказать, что есть такая халява и многие пользуются сайтом Алиэкспресс. В мобильных приложениях, кто ими часто пользуется, вы, наверное, замечали надпись «Халява». И вот, я раньше как бы участвовал, играл, играю до сих пор, там выбираю какие-то товары, но я никогда не верил, что можно победить. А тут мне звонит друг и говорит, что он выиграл в халяву вот такую вот интересную вещь. Выиграл Андрюха. Андрея вы часто могли видеть в моих видео по рыбалке. И вот он выиграл такую вот электронную рулетку в халяве. И теперь у меня уже сомнения пропали точно, что если участвовать, то можно выиграть. И я для вас, дорогие подписчики, тоже снимаю видео и хочу рассказать, что все-таки халява работает. И вы можете также быть победителем. Выиграл Андрей такую вот электронную рулеточку. Цена, если ее покупать, примерно $25. Так как он выиграл самую лучшую версию рулетки, которой можно мерить до 120 метров. Сейчас вскроем, посмотрим. Я уже, конечно, ее посмотрел. Вещь достойная, а тем более за бесплатно. Я думаю, каждый бы хотел бы такую вещь приобрести на халяву. У меня нету интереса там рекламировать сайт Алиэкспресс, а вот говорю вам, что есть. Один из моих знакомых выиграл такую интересную вещицу. Все работает, все отлично. Также можно мерить уровень. Уровень стола у меня 0 градусов. Можно мерить расстояние, можно мерить объем помещения. Вещь довольно интересная, да и в хозяйстве всегда пригодится. Я даже говорю, Андрюха, надо как-то продумать, как эту вещицу можно использовать не только в строительстве, но и на рыбалке. Конечно, мы посмеялись, но я сильно не разбирался в этой вещи. Поэтому обзора делать не буду, но мне вещь очень понравилась. Электронная рулеточка показывает точно. Андрей проверял, все вымерял. Толковая, хорошая вещь. Поэтому, друзья, не забывайте каждый день добавляйте какие-нибудь товары в халяве. И я думаю, вы обязательно выиграете. Да и я сам надеюсь когда-нибудь что-нибудь выиграть. И тоже каждый день играю в халяву. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.